كلي خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في إطار الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي، الفريق الذي طبعا يقبع في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط في هذه الجولة لبطولة كعادة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. طبعا نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، نتحدث عن هذا الحكم الذي المدربين لدينا في تشكيلة نادي تشيلسي. حارس المرمى أنتونيو رودريغر، لدينا كريستنسن، الفريق الذي كان قد تعادل في المباراة الماضية. هنا كرة خطيرة، جول 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 جول. أوه تي، какая ошибка Педро، удар поворотом и 2-0 Педро. Еще один испанец забивает сегодня за Челси. Ну и что же произошло с Дарреном Флетчером? Как так? Он грудью сбросил мяч сопернику. Вот просто практически из ничего родился этот момент. И вот нужно забивать, и это третий гол Челси. Видите, ну сразу, как только вышел на поле Ибрагим Афилай, первая же ситуация, которая обернулась быстрой атакой Челси, приводит к долгожданному для болельщиков команды и Антонио Конте взятию ворот. Очень хорош Альваро Мората. Подхватил мяч в центре, прошел через всю чужую половину поля и еще и переиграл Джека Батланда. Вот это настоящий Альваро Мората. Если раньше он за Челси в чемпионате забивал только головой, то теперь 2 мяча справа. Отбрасывает на Фабригаса. Подключение Аспиликуэты. Какой пас от Фабригаса! Скидка Марата! 4-0! Это хэт-трик! Браво! Браво Альваро Мората! Мог ли он ожидать, отправляясь в Сток-он-Трент, что именно в этом городе он сделает свой первый хэт-трик за Челси? Ну и разыграл.